КВНщики отмечают свой профессиональный праздник. Пойдемте спросим у саровчан, что такое КВН, и соберем поздравления. Клуб веселых и находчивых, наверное. Больше я КВН знаю из интернета как большую школу для людей, которые в нем участвовали, потому что это их учило ставить, ну, делать постановки, снимать видео, то есть различный формат, буквально моментально готовиться, потому что были же различные конкурсы, надо было успевать под регламент и все такое. КВН? Это на Первом канале программа, где проходят конкурсы юмористов. Задание есть, я знаю, там домашнее задание, когда они придумывают какую-то сценку, которую потом показывают уже на сцене. Вот. Какие-то задания, как импровизация идет. Ну, то есть юмористы. Клуб веселых и находчивых. А что там можно увидеть? Вообще интересно. Различные юмористические сценки, шоу, конкурсы. Ну, я как-то играл в КВН в школе. Там, типа, разные команды, они придумывают выступления, номера, жюри оценивают, и вот так происходит. А что такое КВН? КВН – клуб веселых и находчивых. А кого там можно увидеть? Что там делают? Увидеть веселых, красивых людей, которые любят юмор, любят жизнь и, наверное, любят Бога, который их создал. Смешные программы, где анекдот рассказывают. Ну, веселая программа. Какие-то шутки помните? Ну, много помню, я его так частенько смотрю. Клуб веселых и находчивых. А что там можно увидеть интересного и полезного? Ну, шутки, интересное веселье, загадки всякие можно разгадывать. Ну, там, я как понял, разные команды соревнуются, у кого шутки лучше, кто выступит лучше. А ты как думаешь, что такое КВН? Тоже клуб веселых и находчивых. Там разные команды из разных городов соревнуются, у кого веселее шутки, зарабатывают баллы и проходят всякие другие этапы. Давай поздравим всех КВНщиков с праздником. Поздравляю всех КВНщиков с праздником. Что пожелаем? Хороших шуток и фантазии. Поздравляю вас. Сколько лет? 20. 20 лет юбилей. Всего вам самого хорошего. Шутите больше. Поздравляю всех КВНщиков. Желаем им процветания, побольше интересных и добрых, самое главное, шуток. Поздравляю всех КВНщиков с праздником. Друзья, улыбайтесь чаще, шутите и не будьте как все. С вами была рубрика «Хочу сказать».